Три действенных лайфхака, как остаться без накоплений и стать нищим. Первое, никогда не откладывай деньги и живи от зарплаты до зарплаты. Импульсивно трать постоянно свои деньги, чтобы у тебя на карте не оставалось никаких средств вообще. И чтобы не было у тебя накопленного капитала за прожитую твою жизнь. Для тебя этого слова вообще в принципе не существует. Зачем тебе нужен какой-то там капитал? Что это такое? Второе, никогда не инвестируй свои деньги. Зачем тебе нужны эти какие-то там защищенные активы, акции, облигации и золото? Это же ведь все сложно и обман, и никогда не интересуйся, как это все в мире у нас устроено. Зачем банки у нас открывают какие-либо вклады, и что такое золото и облигации. Ну и самое главное, зачем тебе знать, что такое финансовая система? Зачем тебе вообще о всем об этом знать? И тогда ты безупречно справишься с задачей нищего. Ну а еще никогда в жизни не вкладывай свои деньги в ведущие валюты мира.